По этому поводу следующее. Когда-то в 70-е годы по поводу журналистики, честной, бесчестной, блогерской и так далее. Когда-то в 70-е годы был такой анекдот. Разбрасывает человек листовки на Красной площади. Его арестовывают и говорят, а что, листовки-то чистые, ни с одной стороны ничего не написано, ни с другой. Он говорит, а что писать, и так все ясно.